Всем привет, с вами Зебра. Я только что... Я тут с госпиталя выбрался. Мы снова играем в Saints Row 3. И мне только что дали задание какое-то. Я сказал ему, что 20 лет, и он хочет заебать от конкурентов. И я у него никакого положения. Правда. Привет. Тоже привет. Police don't have time to fight fairly. Конечно, надо воевать с вооруженными силами политических. Son of a bitch! Дубинкой. Отлично. По башке. Кровь жестоко с кишки. Нифига себе! Идиоты! Нас угробят и все. Блин, еще и гранат нету. Где же это прокачанное здоровье? Да, он так нужен. Где же это прокачанное восстановление здоровья? Да, он так нужен. Короче, я думаю, прокачивать нет смысла восстановления здоровья дальше. Потому что это все равно бессмысленно. Я не заметил никакой разницы. Поступ, по-моему, меня прокачивает. Какой жнец? Какой маус? Какой маус? Какой жнец? Не понимаю. Маус? Это капитан. Я не маус. Я не понимаю. Вот такой винтовки. Motor time! Fun time! I need a better position. О, боже! Ты что? Не надо! Помогите! Кто-нибудь! Хелп, хелп, хелп! Я должен уже выхали! Где вы, гады? Let's go get him! Здорово! Парень, ничего, что ты делаешь? Отлично! Просто моя винтовка! Will you build my ass up? Нет! Нет! Береги бой! На уровне попадает. О боже мой! Ah!
О нет. Не надо. Не попадем. Я же надеюсь. Парень, осторожно, я же сейчас умру. Если не оставшихся не достанет, это будет жесть. Не убивай. Погоди. Так, его нельзя что ли взять? Ёкало мне! А, блин, я же их оружие? Где тогда их убиваю. Я хотел взять их оружие, но крутое полуавтоматическое. У них полуавтоматическое оружие. Мне нравится плохо. Я с ним лучше играю. Нет. Нет, могу. Иди нафиг! Нафиг иди! Save don't mean shit! Раза! Ой! Не заметил вас, извините. Извините, не признал. А теперь надо быстренько в машину и за пулемет. А то хардкор уже из меня блещет. Все, теперь можно расслабиться. Меня никто не выстрелит. Ой, братки приехали. Вовремя вы, блин. Когда меня почти убивали, вы что-то не приезжали. Куски кое-чего, блин. Ну, сейчас миссию выполню какую-нибудь. Сюжетку. В прошлой серии же я не успел сюжетку выполнить. В этой выполню. You wanna rob some store? That'll cause more problems than it's worth. I'm saying we buy one from the Morningstar. Yeah, because they'll jump at the chance to sell to us. Nope, because we already have the deed. Come again? We take the deed from the lockbox and purchase the store in our name instead. Well, if they can't argue. All day, or I could play sound by waves. No one can sound by waves. Это хорош певец прям в райзе. Моя машина. Парень, хочешь, что я в моей машине стою? Мне очень нравится.
прям очень. Чувак, ты что повстречу? Блин. Зараза. Ой! Сбежал. Хотя, если бы я еще раз врезался, думаю, у меня бы такая же участь ждала, как у этого парня. О, деньги. Деньги — это всегда хорошо. Там я конфискую вашу машину. Здорово! Ой! Ой! Знали бы вы, как это выглядит. So, friendly fire? Yep. Best thing is, owning it gives us a discount. Nice. Да, уж это было жесть. Ну что, пойдем веселую. Пули, пули, пули. Летят еще веселее. Убивать еще веселее, наверное. What the hell? Это чё? What the hell is this? Oh, that? A little hobby of mine. Okay, I'm out of here. I don't mean it like that. They're collectible. You're supposed to try and find them all. People collect some weird shit. Let's get out of here. I have the need to shoot something now. I see Moonstar all over the city doing deals and shit. Sounds perfect. You wipe them off a corner, they'll think twice about coming back. What other deeds were in that box? An apartment building. Didn't that already get us a new place? Brick and mortar, baby. Real estate is cheap. Take more money out of the syndicate's pocket and into ours. I like it. Пирс, ты психопат, что ли? Нафига это коллекционировать? Я понимаю, монеты, как я коллекционирую. И редкие, иностранные. Я понимаю, марки коллекционировать, но это... Так мы веселую пулю идем или разбираться с ним? Не понимаю. Вот я сам. Always win. Тихо. Причем еще умираю я. Привет, парень, ты моя жертва. Сейчас станешь вампиром. Good times. You know where else they do business? Yeah, up to the north. Блин, это жесть. Сколько же мне много раз помогал вампиризм. Это навык, я же не буду вампир. Эй, я же ему голову слил. Вот так вот. Что? Машина. Пир, садись в машину. Блин, я уже не так эмоционально к этому отношусь, потому что это для меня привычно уже. Разбираться с этими бандами и удирать после этого. Так как это меня вертолет читает, что меня поставить. Мне каждый раз. Пять! Как ты настал, Пирс! Ты настал! That one was for you, Johnny! Что такое это?
вами не так, всеми? Что с вами не так? Вот скажите. Looks like we pissed them off again. You think? Head to friendly fire. That should get them to back off. Why would a gun store get them to back off? Because we own them. So we got boys protecting them. Any place the Saints own should be able to take the heat off you. Good to know. Блин, самую нормальную прям взял. Хорош стрелять не в колеса. Парни, вас умоляю. Я все равно сомкнул из автомата. Я спать. Я тебя трогаю. Ну уйдите вообще. Пошли отсюда, здесь одни психопаты. Все гранаты потратил, я думаю, что еще будет тяжело с гранатами. Надо будет купить в PC или как-нибудь. Хорош, ты преследуешь, подумаешь два раза впереди всех. Лучше наркотики вам. Теперь точно наркотиков вам порвал. Я все убил вас. Подумайте. Убил. Несколько сотен тысяч ваших последователей. Не суть вообще. This fighting on the city of the Red. This is the becoming one of the most powerful businessmen in the city. Tune in as Lowdown's own Jumping Web sits down with your listeners and a look into the brilliant man who took guns out of the crack house and into the penthouse. Some people use say Опа! Вот и веселая пуля. Эй, не веселая пуля. Это дружественный огонь. Я ограблю собственный магазин. Блин, я уже ограбил. Я на пенсию съел. Ну, спрятался я. Всё. Всё. Ничего себе, как быстро. Ты меня целишься, парень? Что ты хочешь, мент? У меня лазерный прицел есть. Я думаю, на этом можно закончить. Если вам понравилось, ставьте лайк, комментируйте. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!